Здравствуйте, дорогие друзья! Приобрел новый девайс на eBay, а именно микрофон для своей камеры. Да, хотел начать именно с простого микрофона, который устанавливается на камере через стандартное гнездо. Что мы имеем внутри? В принципе, микрофон неплохо упакован. Итак, мы имеем микрофон сам со штекером подключения камеры. Микрофон работает на батарейке. Плохо это или хорошо, покажет время. Работает он на батарейке CR2. Минус этой батарейки, что она не так распространена, как, например, пальчиковые батарейки, и продается не везде. Родные, например, никоновские микрофоны, они идут без батарейки и питаются от штекера. По мне, это все-таки на самом деле удобнее, чем если, например, батарейка сядет, она подведет, звук откажет. Но с другой стороны, это будет меньше будет нагрузки на батарейку самой камеры. То есть, по идее, камера будет дольше работать с микрофоном, который питается от батарейки. Вставляется батарейка в гнездо свое. Защелкиваем. Микрофон работает на радио, на углы 90 и 120 градусов. 90 градусов это рассчитано на прямую запись человека, стоящего перед камерой. 120 и также записывает то, что со стороны, имеет больше захват записи для звука. То есть он записывает также фон. К микрофону прикладывается вот такая поролоновая накладка. Скорее всего, она предназначена, чтобы было меньше помех от ветра. Размер этот еще мне понравился тем, что он спокойно входит в дополнительный карман к сумке фотоаппарата. Вот, например, стандартная сумка, универсальная под камеру. И вот он спокойно прячется в кармане этой сумки. Довольно-таки удобно перевозить его с собой. Сейчас я покажу, как он устанавливается, и произведем тесты. Также тесты будут записаны на улице, в шумной среде. Итак, как же устанавливается микрофон? Микрофон устанавливается в стандартное гнездо камеры, которое есть в каждой камере. Вот таким образом. И защелкивается. В микрофоне есть регулировка, и можно зажать его на камере. Выглядеть начинает камера с микрофона вот таким вот образом. То есть длина микрофона чуть больше обычного объектива, но если выдвинуть объектив, то, соответственно, микрофон получается в базе фотокамеры. Затем штекер устанавливается в соответствующее гнездо. Которая также есть в каждой камере для подключения микрофона внешнего. Для подключения внешнего микрофона. Все. Микрофон подключен, и чтобы нам его включить, нам нужно будет просто выбрать один из режимов 90 либо 120 градусов. Итак, проводим первый тест. Тест в помещении. Сейчас звук записывается на стандартный микрофон, который установлен в камере Nikon. Сейчас вы слышите мой голос, и сейчас услышите голос фона. Привет, фон. Друзья! Спасибо. Продолжаем тест. Сейчас я установил микрофон на 120 градусов. То есть подключен внешний микрофон
Включен режим 120 градусов, то есть это запись как речи человека перед камерой, так и речи фона. Пожалуйста, фон. Привет, друзья! Также вы можете слышать, возможно, фон из другой комнаты, где плачет или смотрит мультик ребенок. И последний тест в домашних условиях. Сейчас микрофон включен на режим 90 градусов, то есть он проецируется больше на запись именно человека, находящегося перед камерой. Фон записывает меньше. Попробуем, как он запишет фон. Привет, друзья! Все, на этом домашний тест закончен. Сейчас перейдем на уличный тест и посмотрим, как микрофон справляется на улице. Дает ли он какие-то положительные моменты. Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас делаем тест. Буду делать тест микрофона, который купил на eBay. Тест микрофон очень простой, стоит где-то 1500 рублей. Этим он меня заинтересовал своей ценой, и вот решил, насколько будет лучше камера записывать свой звук. Специально мы подъехали к третьему кольцу. Здесь больше шума. Человеческая речь уже воспроизводится обычным стандартным микрофоном аппарата. Стой, пожалуйста. Мост, третье кольцо. Оживленный участок. В данный момент запись идет без микрофона, со стандартным микрофоном, который в аппарате не был. Сейчас идет запись с той же точкой, с углом записи микрофона 120 градусов. Та же самая обстановка, довольно-таки шумная. Уровень речи не поднимал. Стоп. Сейчас запись идет с углом 90 градусов, то есть напрямую записывает мою речь. А расстояние записи было 3 метра от аппарата до человека. Итак, друзья, сделали видео, провели 2 теста. Один в домашних условиях и один на улице в шумной обстановке. Сейчас я смонтирую видео, размещу его на канале, и мы посмотрим, насколько эффективно работает внешний микрофон. Действительно ли он улучшает качество записи, а именно качество звука. Если вам понравится видео, ставьте лайки. Всем привет, пока!